Итак, всем привет, с вами Настян, и это новая серия выживания в Майнкрафте. Со мной сегодня Годмод, поздоровайся. Здорово-здорово, ребята. И также мой брательник Андрюха. Всем привет. Ну чё, ребят, чем сегодня займемся? Ну, слушайте, так как вы здесь новенькие, я предлагаю здесь найти лаву, добыть обсидиан и отправиться в настоящий ад. Ого, а что мы там делать будем? Ну, я думаю, можно добыть много полезных ресурсов, а также найти крепость. Крепость? Ну ладно, тогда я согласна. Пойдемте, я покажу, где лава есть. Давайте за мной. Так, стой, Андрюх, а у тебя я есть воду сам взял. Ну, конечно, ты взял? Я подготовился. О, красава. Так, нам нужно где-то вот тут вот пройти. Где-то здесь я видел лаву. Возможно, нам придется подняться вверх. Я вижу она далеко, я ее уже вижу. А, я тоже вижу, ничего себе, она очень далеко, поэтому погнали скорее. Нам, наверное, стоит подняться по вот этой воде. По воде? И мы сможем как... Да, вот как раз за мной, давай. Так, ну-ка. Так. Погнали. За тобой. Так, 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 все, почти поднялась. Вот лава, и вот лава. Подождите меня, сейчас я заберусь. Да-да, ага, тоже понимаю. Мне кажется, Андрюх, нам этого будет мало. Мало? Что мало? А смотри, вон... А, ну, кстати говоря, ты понимаешь, о чем я, да? Да, я понимаю, о чем ты. Слушай, а ты когда у нас дома был, вот у вас дома, я был у вас, так, тебе не казалось то, что что-то булькает-то? Ну, слыхал что-то такое. Возможно, кстати, там еще есть лава, давай попробуем. Слушай, мы еще обсидиан находили ведь где-то в этом... В сундуках? В сундуках, да-да-да. Так а может, в чем проблема? Поиска? Этого мало, что ли? Да, этого, ну, к сожалению, да, мало. Поэтому нам нужно искать другой вариант и поискать обсидиан. Либо в другом месте, либо же посмотреть, вдруг у нас в сундуках он лежит. Андрюха, ты не помнишь, мы его добывали? Да вроде бы 3 или 4 штуки нас всего лишь было, поэтому я лаву сейчас побегаю рядом, поищу. Ну ладно, пойдем вот мы тоже тогда поищем. Пойдем, пойдем. А ты где у нас? А, вижу. Давай за мной, может быть, вот... Ну, вот смотри, у нас есть вот эта лава, но Андрюха с собой забрал ведро. Поэтому я пойду тоже скрафчу себе ведро. Давай, вот. Я пойду пока поищу. Давай. Куда-нибудь вот сюда вот левее. Обычно, Настян, лава, как бы, она под землей. То есть вот такие вот штуки нам не сильно подходят, потому что они только в один блок. Поэтому нам стоит поискать, наверное, в другом месте, Андрюх. Нам нужен источник лавы. Да, сколько у нас там обсидиана-то? Ну, где-то, я думаю, блок 4 должно быть, а нужно 10, то есть еще 6 нам нужно будет найти. Ну, смотри, здесь я вижу 2 из 3 источника, то есть здесь 3 блока, думаю, будет. Вот. Угу. Уже неплохо. И я здесь также поищу немного лавы. А я, кажется, деревню нашла. Или это та же, в которой мы были? Интересно. Блин, здесь тоже я не вижу лаву, к сожалению. Так, 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 а я сейчас попробую вот эту лаву достать. А ты, Настян, где? Блин, я уже так есть хочу, я еле бегаю. Так, что у меня тут есть вообще? О, жареная треска. Сейчас подкреплюсь и к вам прибегу, потому что здесь я не нашла лаву. Угу. Так, ну что мы решаем-то? Ну, один источник я забрал. Угу. Вот. Сколько нам еще понадобится? Ну, скорее всего, Андрюх, сколько там, напомни? 10 штук нам нужно, в общем. Вот здесь 3 этих лавы я взял. Угу. Так, в итоге нам получается... Сколько у тебя? 6, правильно? Ой-ой-ой, за мной зомбаки идут. Мочи их, у Серега, тебя же... Серега, да, я убежала. Все, значит, смотри, лава, не беспокоиться. 3 ведра лавы есть. Че, тогда можно возвращаться? Уже... Да, возвращайтесь. Ну, да. Сколько мне хватает? Я нашел тут небольшую такую лужу с лавой, так скажем. Угу. И я ее уже залил полностью и добываю обсидиан. Отлично. Слушайте, а где будем вообще портал ставить? Около дома где-нибудь? Ну да, где-нибудь недалеко. Да, как раз таки, чтобы был постоянный доступ, и мы могли ходить и фармить, например, опыт. Хорошо. Так, сколько нам обсидиан нужно? Так, Настяна, я тебя потерял, но я уже вернулся. Я тоже возвращаюсь домой. Андрюх, что там говорил? Говорю, сколько нам обсидиана не хватает? Я уже 3 срубил. Ну, нам нужно 10. Получается. 10, сколько у нас есть? Ой, я не знаю, это ты считал там. Ну, ты дома находил ведь? Обсидиан или нет? Нет, это ты считал там. А, то есть ты считал те источники, да?
Ну хорошо, тогда мне тут 10. Тут у меня 10 будет. Я их сейчас нарублю и приду уже к вам домой. Вы пока можете найти. У меня еще ведро лавы есть. Окей. Давайте его пока занимать, я пока наших животных покормлю. Давай, а еще они стали начали размножаться. Где портал? Да-да. Так, да, ну давай выберем место. Сделайте зажигалку. Слушай, а может быть вот здесь, вот там, где мы сидели, ты нам рассказывал истории, или лучше оставить это место? Чуть подальше, может нет, быть, то место пусть будет. Это мне как раз таки, чтобы отдыхать. Вот так, смотри, иди сюда. Так. Ну да, смотри. Вот здесь что мы сделаем? Мы здесь, получается, сделаем вот так. Ага. Видишь? Теперь зальем водой. О, теперь так. Обсидиан. Ага, вот. Прикольно. Вот тебе ярко. Добывай. Так. Так, ну у меня уже 9, тогда вы 10, я так понимаю, добудете. Я уже да, 10 мы добудем, Андрюх, поэтому возвращайся скорее. Так, его очень долго, я так понимаю, будешь? Да? Ага, все. Ну, да. Так, все, получилось новое достижение. Что так, дальше? Так, ну-ка давай мне. Ой, не то скинула. И обсидиан тоже. Ну да, держи. Так, Андрюх. Я уже рядом, мне еще одну скалу нужно обойти и прибежать к вам. Так, а мы пока подготовим место, тогда на стенах, где у нас будет портал? Ты выбрал? Давай посмотрим. Мне кажется, то, что это не так уж и важно, не обязательно так далеко делать. Пойдем вот сюда вот поставим. Давай, иди со мной. А я уже вот вижу здесь наш дом. Хорошо. Сейчас давай немножко тогда очищу место. Так, где вы? Рассказывайте. Я тут, Поверни голову налево, и ты нас увидишь. А, все увидел. Так, а что вообще нам еще понадобится для того, чтобы пойти? Нам еда нужна? Зажигалка. Но у меня она есть. Так, угу. Тогда я могу строить прямо здесь? Да вот, ну, да. Так, а чего поставили? Нам еще, кстати, это вот, скорее всего, блоки понадобятся, да? Блоки, ну-ка. Чтобы под себя ставить, чтобы добывать какие-то полезные ресурсы, которые там... Ну да, можно стенку как раз приготовить, пока мы здесь. Да, хорошо, я пойду пока схожу в дом. У нас, наверное, в сундучке что-то там полезное есть. Какие-нибудь блоки. А какие лучше блоки взять? Или вообще без разницы? Я думаю, какой-нибудь булыжник и доски. Вот, тоже нужны. Хорошо. Так. Так, у меня, кстати, только доски, мне бы тоже булыжника не помешал, поэтому можешь мне дать. Да, поэтому подготовь на нас всех и еды тоже возьми. Так. Угу. Блин, а весь булыжник, походу, выкинули просто. Блин, так. Кстати, Годмот, у меня для тебя есть подарок. Ух ты, какой. Только для него? Да, только для него, но ты поймешь, что я имею в виду. Так, булыжник у меня очень-очень мало. Я нашел у нас тут в сундучке, прямо возле твоей кровати было. А, отлично. А вот бревно нам сойдет? Да, подойдешь, бревна. Окей, хорошо. Пойдем уже в... Так, стой, сейчас я возьму еще броню обязательно. И что нам еще, значит, кирка, лопата, меч. Я думаю, то, что все. А, конечно же, покушать нужно взять. Так, вот тут жареная свинина. Так. Я уже все взял. Кстати, а мы спать в аду не будем? Нет. Ну, можешь попробовать. Можем взять одну кровать. Так, стой, сейчас я еще вот тут положу семена пшеницы. Сюда вот. И, в принципе, все. Так. Теперь подарочек. Давай, держи. О, что так? Это твои часы, которые ты потерял, мы их нашли, которые пираты отобрали. А, точно, точно. Я уже забыл. Спасибо огромное. Да не за что. Ну что, пойдем? Так, сейчас давай, я броню насыплю. И... Да, кстати, броню свою одевайте. Так, все. И пойдемте. Так, смотри наш портал. Чем-то он реально так далеко от нашего дома. Далеко? Да, и очень, знаешь, отсвечивает еще. Да. Да. Так, давай насыпь. Держи, поджигай. Я? Ну да. Ну, так, ты, конечно, а как? Вот так? Вот так, да. Так, и пойдем. Держи зажигалку. Пусть она у тебя будет. Заходи быстрее к нам. Ладно, сейчас 5 сек. Все. Все, стой там, сейчас мы отправимся в ад. Ну, наконец-то. Все, так. Только аккуратно, тут можно сразу упасть. Назад иди, назад иди. Да, вот сюда, фух. Так, идемте сюда, предлагаю поспать немножко. Поспать? Да, все, главное, запомни, главное не бей этих свинозомби. Видишь, что? Ага. Не вздувай. Ага, хорошо. Ну что, спокойной ночи тогда. У вас кровати с собой? Так вы же... Это что такое? Что сделал? Два сердечка.
Это что это такое что сейчас было? Много мне этому интересно стало. Ладно, на самом деле это вам урок, то что спать в аду никогда нельзя. Нифига себе, это ты нас подстрекал на то, чтобы поспать. Ну, я специально. Я вас понял. Ладно, пойдем тогда искать крепость. Да и вообще, вот смотри, сколько тут у нас светокамня. Блин, у меня... И кварца. Лучи прямо в глаз мне светят, и мне кажется, кстати, мне лучше шейдеры, отключить шейдеры. Да? В аду всегда выключай шейдеры. Хорошо, я, кстати, тоже сейчас так, надо запомнить, какие у меня... Ага, все. Так, сейчас я отключу и... И я тоже все отключаю, и уже готов. Во. Ох, нифига себе, как без шейдеров-то прикольно. Да, теперь о-о-о, можно куда-нибудь пойти. Как тут страшно. Так, а где у нас Серега? Так, главное не сгореть. Да, вы уж тут осторожненько. Так, ну куда мы сейчас будем? Подниматься наверх? Ну, я пока даже не знаю. Да наверх не знаю. Главное никуда не упасть. Так, кстати, вот что вот это вот такое? Незерит. Он вообще для чего нам понадобится в дальнейшем? Он просто... бесполезный, по сути. Вообще? Ну ладно. Вообще. Так. Тебе больше понадобится кварц. Может, и тогда... светопыль. Вот светопыль, наверное, я тогда начну собирать. А вы еще сказали то, что... так, что мы тут можем найти? Вы еще мне говорили, что-то интересное здесь можно крепость идти. Крепость можно крепость, найти. Да. Что за крепость? Крепость? Ну, в аду есть крепости вот как разные. Деревня, только крепость. Угу. Ну ладно. Ты, главное, не теряйся. Нет, а что там будет в этой крепости? Ну, там будут сундуки разные. Также будут разные мобы, которые нас могут убить. Угу. Ладно, да, ладно. Что мы там еще можем найти, Серег? А в сундуках? Ну, можем всех... найти адский нарост. Вот, да, да, то, что нам тоже также пригодится. Что за адский нарост? Рассказывайте. Я просто вообще в аду, адские можно растения. Сказать, первый раз. Вот. Пригодятся для зельеварения. О, зелье будем варить. Зачем? Конечно, будем. Ну, ты ведь собираешься идти с нами в особняк дровосека? В особняк дровосека? Ну да. Я думаю, собирается, отвечу я за нее. Да, потому что я собираюсь идти, и ты тоже пойдешь. Я думаю, потому что это очень интересно. Это очень интересное и далекое, сложное, долгое путешествие. Ну, ладно, если вы говорите, что это так, то тогда обязательно пойдем. Ну что, кто чем занимается вообще сейчас? Ну, я до кварц добываю немного, и хочу еще светокамни добыть. А, свинозомби ко мне хочет подойти. Да он тебе бить не будет, если его не ударило. Главное, не бей его. Ага. Он первый не начнет. Ладно. Так. Так, ну пока я ни крепости, ничего не вижу вроде. Так, я тогда пойду тоже побегу, поищу. К сожалению. Так, а это что такое? Опа. А это у нас кварц. Тоже вот, полезный. Его можно добывать. Он нам пригодится, да. Все можно делать блоки. Такие белые, красивенькие. Да, а еще он отлично добавляет нам опыт, поэтому чем больше мы кварца добудем, тем больше опыта получим. Да, можно пофармить так еще опыта немного. Точнее, много. А это вообще редкие эти блоки? Просто их тут достаточно много. Не редкие? Редкие. Ну ладно. Так, немножечко пособирала, сейчас хочу поискать деревню. Вообще, как она выглядит, подскажите мне. Крепость, может? Ну, если ты ее увидишь, ты поймешь, что это крепость. То есть это просто такое здание. Темных кирпичей таких. Слушайте, а мы не потеряемся с вами? А, я так просто... мы уже потеряли. Мы уже потерялись. Отлично. Блин. Ну, я никого из вас не вижу. Но я примерно понял, в какую сторону нужно возвращаться. Я знаю, где ад. Точнее, ой, не ад, а там... Это тут, походу, Слендермен, или как он называется? Черный такой. Высокий. Эндерман. Если на него посмотреть, то что будет? Не надо смотреть. Блин, а я хотела там пройти. Ладно, я не буду на него смотреть. А что будет, да, если я посмотрю? Ну, тебя не будет просто потом, я думаю. Ну, супер. То есть он может тебя просто убить. Не хочу поэтому такого. Ты там осторожнее. Ладно. Ну, я в поисках крепости. О, Андрюха, о, здорово. Вы нашлись? Ты ко мне же забрался. Да-да. Да-да, давай вот все так камни тут добывай, можешь мне помогать. Давай. Нужно немного здесь расширить нашу территорию, чтобы вниз он не падал. А вот эти крепости, это вообще частое явление здесь или их не так много? Ну, я думаю, найти не проблема, но все равно, возможно, просто не сразу. Просто да, то есть вот нужно поискать, побегать.
Хожу, брожу, и, если честно, ничего интересного пока не нашла. Ой, я чуть не упал. А может быть, я просто не замечаю ее, так как не знаю, как она выглядит. Да, я думаю, если ты ее видишь, ты ее заметишь. Ну ладно. Так, ну я немного светопыли-то добыл. Нужно нам еще что-то поискать. Слушай, Андрюха, я бы с тобой... Давай. Кварц, а может быть, стойте, давайте, да, я тоже бы хотел найти, только возьмите меня с собой, я не хочу потеряться, я возвращаюсь тогда к порталу. Давай. И так. Ой-ой-ой, останет меня хрюшка. Так, где-где, ага, вот, все вижу, сейчас мне осталось еще спуститься. И... А вы где? Вы тут стоите? Рядом с порталом? А вот мы тебя только что видели. Андрюх, вон она. Смотри, побежали за ней. А вот-вот, вижу. Вот, а, вот вы. О, осторожно, Слендермен. Слендермен? Или как его зовут? А вот он. Ой. А это Эндермен. Он меня бежает. Так, тихо, осторожнее, живи. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. А у вас еда есть? Есть. Какой он страшный. Ай-яй-яй. Он меня бьет, еда нужна, скорее. Да держи, сейчас я тут набросал еды. Давайте его убьем. Ай-яй-яй. Где еда? Я его убил. Убил? Спасибо. А из него что-то выпало? А, нет. А, да. Эндер-жемчуг мне выпал. Ого, а что с ним можно сделать? По-моему, это... Серег, этот эндер-жемчуг можно бросать, чтобы телепортироваться куда-то. Ну, там что-то, да. Можно телепортироваться, можно там портал в край искать. Ну что, в какую сторону пойдем? А вы можете запомнить координаты, вот, или скрин сделать, думаю, да, чтобы нам потом вернуться сюда и уже домой вернуться? Так. Угу. Хорошо. Ну что, пойдемте искать крепость. В какую сторону пойдем? Давайте. Решайтесь. Так, ну а в какую ты хочешь сторону пойти? Ну, блин, я не знаю. Пойдемте в ту. Пойдемте вот туда, откуда я пришла. Тут вроде подъем нормальный, хотя бы более-менее. Так, что-то я уже еле иду, мне надо срочно покушать. Так, сейчас, ребята, хлебушек. Кушай, догоняй нас и пойдем искать нашу крепость. Нашу крепость? Ну, она будет нашей крепостью, конечно же. Так, сейчас. По-моему, там дальше немного тупик. Тебе не кажется, Серег? Да, скорее всего. Слушай, а ты не хочешь уже в следующей серии найти крепость? Ну, я думаю, то, что мы можем сейчас вот еще пару минуточек поискать. Если не найдем, то ладно, тогда в следующей серии будем продолжать. Так, а ты хочешь на ту сторону перебраться? Ну, я сейчас смотрю вообще, ищу ж крепость, осматриваюсь. Угу. Давай, так, не упади. Я тогда немного пойду, наверное, в другую сторону. Думаешь? Я что не потеряюсь, просто тоже буду искать. Так, в принципе, шансов больше найти данную крепость. Ты там перепрыгнуть нужно? Надеюсь, я не упаду. Да. Не падай. Отлично. Так. Ты не видишь? О, смотри, проход какой-то. Так, интересно, что тут? Ха, интересно. Здесь ничего. Блин, жалко. Слушай, ладно. Держи воду. Угу. Так. Разливай. Зачем? Ну, чтобы это, спуститься вниз. Где, прям здесь? Да, вот здесь. Она не разлилась. А где вода-то? Ты зачем воду выпила? Капец, взяла с ведра воду выпила. Это не я. Ладно, пойдем Андрюху искать и уже закончим эту серию. В следующей серии будем искать то, что хотели. Давай. Так, иди сюда. Что, забрать, что ли? А как мы... Нам нужно туда перебраться. Иди сюда. Так, давай. Андрюх, там пока не нашел? Не, я пока ищу. Но еще пока не нашел. Давай встретимся. Возвращаться, да? Так, Андрюха, да. Давай. Мы там, где с тобой, в принципе, разминулись, поэтому... Я возле портала нашел прям. А, ну, ладно. Ну мы сейчас подойдем. Я наверх. Вижу тебя. Ой. Аккуратно. Я прям куда-то провалился. Да. Так, здесь спустимся слушаю. Или где? Тут, наверное... Ладно, сейчас попытаюсь тут сделать спуск. Так. Все, ну давайте вот тут вот встанем. Подходите сюда. Так, где у нас Серега? Мы тебя ждем, если что. Иду. Ты где? Да-да. Иду. Вот уже подхожу.
Так, ну ресурсы там нарубили веком. Уже хорошо. Думаю, потом еще крепость найдем. Если что, поищем ее до серии, чтобы уже на серии найти эту крепость. Точнее, да. Уже прийти на серию в эту крепость. Ой, так, тихо-тихо. Да, я согласна. Вы, кстати, что-нибудь интересное нашли? Только светокамень и кварц. Светокамень, светокамень и кварц. Кварц угу. И эндер жемчуг у меня также есть. А, да, эндер жемчуг. Я убил эндера. Прикольно. В общем, ребята, если вам понравилась эта серия, то обязательно поставьте лайкосик и подпишитесь на наши каналы. Не забывайте нажать также на колокольчик. И, ребята, пишите в комментарии, что нам делать в следующей серии, или после того, как мы найдем эту крепость, что после этого нам делать, обязательно пишите. Спасибо вам за просмотр и за лайки. Ну что, ребята, прощайтесь. Да, Андрюха. Да. Ну, всем пока, друзья. Да, ребята, всем пока. Всем поки.